Продолжаем наш тест, где мы остановились на 16 вопросе. Vai tu esi bijis Cēsu jaunajā pilī? Чисто грамматически вот эта форма esi bijis или esi bijusi довольно легкая. Нас интересует только от глагола сделать вот эту форму bijis или bijusi. Понимаем, bijis – это мужчина, bijusi – это женщина. А дальше просто используется спряжение глагола būt – быть. Esi, соответственно, es esmu. Например, для того, чтобы сказать, что я была в Москве, то бишь я там бывала, я скажу так. Es esmu bijusi Maskavā. Все легко, правда? Поэтому пока мы к этой форме привыкаем, потом мы ее увидим, разберем и так далее. Это один из моментов, который, кстати, четко показывает, что человек не латыш, он может довольно хорошо уже говорить по-латышски, но вот здесь делает ошибку. Почему? Не потому, что он там глупый и так далее, просто, ну, это непривычная форма для русского языка. Поэтому, как я говорила, привыкаем, и потом многие другие языки будет намного легче учить. Vai tu? Чего-то там отсутствует. Redzējis Jāni šodien. Šodien – это сегодня. Jāni – это Jāniса, то есть Jānis. Второе склонение. Форма accusatives. Видел ли ты кого, что? Jāniса. Vai tu esi redzējis Jāni šodien? Ну вот, я уже и сказала правильную форму. Ты сегодня видел. Смотрим, что это та же самая форма. То есть точно так же, как у нас только что было esi bijis, то здесь у нас esi redzējis. Правильно, потому что оно относится к tu. Tu esi. И сама форма, смотрите, глагол redzēt. Redzēt – это желтенький глагол. Es redzu, tu redzi. Как легко мы делаем форму? Redzējis. Мы, по сути, отбросили окончание t, redzēt, и добавили is. А как было бы, если бы мы спрашивали то же самое у женщины? А ты видела сегодня Яниса? Vai tu esi redzējusi Jāni šodien? Значит, еще раз. То, в какой форме будет вот этот глагол redzēt, зависит только от пола человека, с которым мы говорим. Ну, в принципе, еще и от числа. Конечно, что если мы говорим с группой людей, то там будет тоже другая форма. Будет redzējuši. Но опять-таки, все очень легко. Tātad, redzējis, redzējusi, redzējuši. Вот это нам нужно запомнить, то бишь образовать эту форму. А потом все легко. До этого мы подставляем esmu, esi, ir, esam, esat, ir. То, что вы уже давно знаете. Значит, соответственно, C вариант здесь правильный. Viņš чего-то там, музыку шобрид. Шобрид – это на данный момент. Брідис – это момент. Шобрид – на данный момент. Музыку, музыку очень легко. Ну, какие варианты? Клауса, клаусия, клаусас, клаусим. Правильный вариант – клаусас. Что мы знаем о глаголе клауситес? Кстати, советую его тоже запомнить. Клауситес – это слушать. Причем смотрим по-русски «слушать». Музыку – это невозвратный глагол, ведь я же ее слушаю. А по-латышски «клауситес» – музыку – это возвратный глагол. Почему? Ну, так бывает. Иногда бывает наоборот. В латышском – невозвратный, в русском – возвратный глагол. Есть целый урок про возвратные глаголы, можете к нему вернуться. «Клауситес» – соответственно «es klausos», «tu klausies», а «viņš» – «klausās». То есть «c-вариант» – правильный. Viņš klausās музыку šobrīd. А вот если мы используем глагол klausīt как невозвратный глагол, то это будет означать слушаться. Представляете? Например, ребенок слушается своих родителей. Bērns klausa saviem vecākiem. Вот так. Vēstule bija uzrakstīta и чего-то там. Бия узракстита, возможно, еще одна форма, с которой вы не знакомы. Это что? Это пассивный залог. То есть
Мы не видим, кто писал это письмо, правильно? Если бы просто была нормальная ситуация, то, например, кто-то написал письмо, допустим, мама написала письмо и так далее. Но в данном случае это нам даже не так важно, потому что те слова, которые отсутствуют, мы все равно сможем угадать. Смотрите, «Вастула бея узрак стыда», то есть письмо было написано. Тут прямое соответствие формам с русским языком. Пассивный залог делается, в принципе, довольно легко. Как вы видите, здесь опять-таки используется глагол «ир». «Вастула ир узрак стыда», «Вастула бея узрак стыда», письмо было написано. И какие у нас варианты? «Пирмс гада», «гаду атпакаль», «гаду там атпакаль», «вай гадем». Нам нужно сказать год назад. То есть письмо было написано год назад. Скажу честно, здесь они в качестве одного из вариантов написали тот, который очень расхож в разговорном языке, но, к сожалению, неправильный. Посмотрите на вариант Б. Гаду атпакаль. Год назад. Угу. Звучит как четкий перевод с русского языка. Год назад. Как легко. И многие латыши, даже те, которые не сильно хорошо говорят по-русски, они используют эту форму. Поэтому, конечно, в разговоре смело. На экзамене ни-ни-ни. Правильный вариант – пирмсгада. Год назад – пирмсгада. Например, неделю назад будет пирмснеделес. После пирмс мы используем что? Генитивс. Пирмсгада – пирмснеделес. Мэс виню узварда. А вот то, что мы говорили. Глагол klausīties – это слушать, например, музыку. Es klausos музыку. А вот klausīt – это слушаться. Как здесь? Mēs слушаемся его. Узварда – это как бы на слово. То есть вот сказал, и мы слушаемся. И какой же здесь вариант? Если это mēs, то подходит вариант C. Mēs klausām. Другие варианты klausījāmies. Это означало бы, что мы слушали, но опять-таки музыку. То есть не слушались человека, а слушали музыку. Klausījāmies. Klausās, это у нас уже было, это они. А вот klausām мы слушаемся. Mēs klausām viņu uzvārdu. Viņš vienmēr mājās vienā un tajā pašā laikā. Смотрите, как много локативов. Mājās, дома или домой. Vienā, в одно un tajā pašā laikā. В одно и то же время. Кстати, выражение «vienā un tajā pašā laikā» – очень хорошее выражение. Ну а теперь в вариантах ответа нам дана еще одна такая маленькая зацепочка. Как-то в русском мы не делаем сильное различие между идти и приходить. Мы часто говорим идти, хотя, по сути, можно было бы использовать слово приходить. В латышском, равно как в английском и в других языках, есть огромная разница. Ид – это вот идти, топать ножками. А наг – это приходить. В данном случае, что нам больше подходит? Конечно, он все время приходит домой в одно и то же время. Ну, здесь мы по-русски поставили бы «приходит», правда? Ну, так вот, здесь нужно использовать глагол «накт», только давайте выберем правильную форму. «Накт» – это один из тех глаголов, которые тоже надо знать. Почему? Не только для того, чтобы сказать, что кто-то приходит. Ну, например, если мы на вокзале и «вилциенс» подходит, то это будет пенак. Вилциенс пенак. То есть, смотрите, очень такой важный глагол. Что же у нас здесь? Да, правильно будет нак. Нак. Угадать вы это сильно не можете, нужно знать. Понятно, что варианты ид, он и с не пройдут, но вот знать нак или нака, ну да, тут надо знать нак. Это красный глагол, как и многие расхожие глаголы, спрягает по-своему, поэтому придется учить. Давайте сейчас выучим форму «виншнак», «виншнак», «виншнак». В латышском большой бонус. Если он «нак», то тогда и она «нак», и они тоже «нак».
Смотрите, одним махом выучили сразу три формы. Viņš nāk, viņa nāk, viņi nāk. Viņi nāk. Tālāk. Viņa draugus jau šovakar. Šovakar, сегодня вечером. Jau, это уже. Кто такие трауки? Трауки – это посуда. Причем, смотрите, по-русски мы говорим посуда в единственном числе. Понятно, что посуда имеется в виду не одна какая-то посудина, а, да-да, там тарелок, кружек и так далее обычно много. Поэтому по-латышски мы спокойненько используем множественное число. Трауки – это посуда, траукус – значит, кто-то что-то делал с посудой. Давайте посмотрим на варианты. И здесь у нас очередная часто встречающаяся ошибка. Ведь мы посуду обычно моем, и как-то хочется все время почему-то сказать и по-латышски «измазгат». Но по-латышски «измазгат» – это вообще-то «стирать». Например, можно «измазгат» – «велю» – «постирать белье». А вот если мы говорим о посуде, то ее нужно «номазгат». Хотя, скажу честно, в разговорном направо-налево, по лабе, по крейсе используют «измазгат» – «траукус». Но в тесте, ну, сами понимаете, нужно знать, как правильно. Смотрите, если вы учите латышский язык четко по книгам, и, может быть, пока не сильно общаетесь с латышами, то вы будете очень многие речевые ошибки, вы просто будете их избегать. Значит так, «виня», «номазгая», «траукус», «я ушовака», «она помыла посуду уже сегодня вечером». «Винч руна латвиешу англю вацу». Он говорит на латышском, английском, немецком. И теперь давайте подумаем. Кажется, что он говорит на этих языках. Мы, наверное, могли бы так сказать. Он говорит на английском, латышском и немецком языках. Но даже по-русски. Мы здесь скорее скажем, он говорит на латышском, английском, немецком языке. Хотя вроде бы языков много. Так вот, в латышском тут даже нет вариантов. Нельзя сказать «языках», нужно сказать «языке» всегда. Еще одна такая частая речевая ошибка, которую, к сожалению, латыши тоже делают. Смотрите, ну вы будете просто суперграмотеями. Ну так вот, правильно будет, он говорит на латышском, английском, немецком «языке». Пожалуйста, ищите этот правильный вариант. Помним, что если я говорю на языке, например, «es runāju latviešu valodā», используем locatives, соответственно, и здесь, вне зависимости от количества языков, я все равно говорю «valodā». «Viņš runā latviešu angļu vācu valodā». Uz priekšu. «Pa ceļu iet kāds vīrietis». Какой-то мужчина. Чисто теоретически можно было бы убрать любое прилагательное и просто оставить так. По целю идёт кац вирец. По дороге идет какой-то мужчина. Но нам нужно подставить здесь прилагательное. И здесь, конечно, проверка того, знаем ли мы, как используются определенные и неопределенные окончания прилагательных. Помним, определенное окончание требует чего? Определенности. То есть, если бы мы сказали, что по дороге идет вот тот чужой мужчина, которого ты вчера встретила. Понятно, что хотя все еще чужой, но мы как-то уже где-то с ним встречались. Соответственно, тогда был бы тот чужой. Понятно, вот она определенность. Здесь кац, это какой-то. Вопросов нет. Значит так, как же мы скажем, что по дороге идет какой-то чужой мужчина? Выбирайте. Либо свешайс, либо свешис. Свеш и свешем. Все очень просто. Свеш. Это будет неопределенное окончание прилагательное. Чужой. Свеш. Как красиво выглядит. С, В, Э, Ш, С. Я нашел один яперк. Угу. Яна сегодня должна купить. А, это еще одна форма глагола, долженствовательная форма, то есть Яна сегодня должна купить. Вот по-латышски, по-русски мы бы так сказали, она должна сегодня купить. Вот обязательно, Яне нужно купить сегодня.
По-латышски эта форма образовывается так, что мы берем глагол pirkt в форме третье лицо единственного числа. Viņš pērk, то есть он покупает. То есть вот этого он покупает. Мы эту форму берем, подставляем я. Понятно, я это да. Угу, то бишь ему да, нужно купить. Да, покупает. Ладно, ладно, это шутка. Но я pērk. Вот он глагол в третьем лице единственного числа. Viņš pērk. Подставляем я. Я pērk. И вот она эта форма, которая нас интересует. Но эта форма будет уже дальше не изменяться. Для того, чтобы показать, что мне надо купить, я не нужно купить, тебе надо купить. Слышите, по-русски нужно купить, надо купить. Тоже не меняется. Так вот, я pērk по-латышски не меняется. Поменяется только кому? Янай, ман, тэу и так далее. Значит, Яне сегодня нужно купить. И если бы все было так легко, то мы бы здесь просто подставили accusatives. Правильно? Мне нужно купить кого что, например, новую кофту. Новую обувь. Правильно? Но в латышском языке, в правильном латышском языке, после формы я pērk нужно использовать не accusatives, а nominatives. То есть в данном случае будет не jaunus apavus, а jauni apavi. Janai šodien jāpērk jauni apavi. Да, в разговорном языке вы услышите направо-налево jaunus apavus и так далее. Вы услышите в accusatives. Ну вот так. Зато знать вы будете прямо идеально. Janai šodien jāpērk jauni apavi. Как там говорит один из поэтов, нужно сначала знать правила языка, чтобы потом можно было их приступать. Ну вот, пожалуйста, поэтому мы сначала учим все правила, заполняем тест правильно, а потом уже будем делать что-то по-своему. То есть, хотя вы, конечно же, услышите, я найшу дэнья парк, я унус аппаус, нормально такое скажут, но все-таки правильно, я уны аппави. Бривая лайка тина ар пэлдэшану. Здесь тоже надо знать, что это такое. Значит, во-первых, бривая лайка в свободное время. И хотя можно сказать, ну, свободное время, оно же неопределенное, оно свободное. Но, в принципе, мы же говорим о свободном времени конкретного человека. Тина, то есть ее свободное время. И вот оно уже стало очень-очень определенным. Например, когда я говорю о своем свободном времени, я тоже скажу бривая лайка. Например, бривая лайка es ierakstu latviešu valodas stundas. В свободное время я записываю уроки латышского языка. Понятно, что речь идет о моем свободном времени. Если можно было бы записывать уроки латышского языка в ваше свободное время, ой, уроков было бы уже очень много. Значит, бривая лайка. Понятно, что здесь у нас определенное окончание у прилагательного. Бривая лайка. Тина. Тина – это имя девушки. И что же она делает? Арпелдэшену. Пелдэшену – это плавание, то есть она арпелдэшену. Скажу честно, здесь подходит только один вариант. Это нодарбоэс. Она занимается. По-русски мы скажем, она занимается кем? Чем? Плаванием. Это будет творительный падеж. Как мы уже с вами выяснили, творительный падеж по-русски в большинстве случаев заменяется в латышском языке инструменталис. Инструментный падеж, который вот использует предлог ir, а предлог ar, ar. То есть, чтобы сказать, она не занимается кем-чем, по-латышским скажем, brīvajā laikā tīna nodarbojas ar peldēšanu. Вариант C. Vai direktors ir? Ой, тут прямо аж несколько вариантов могут быть правильными. Но давайте просто подумаем, какой из этих вариантов будет, скажем так, более логичный. У нас, значит, варианты. Why directors ir, то есть директор есть, то бишь находится. Где? Сама кабинета, в своем кабинете. Pie sevis, vieta, pie vietas. Но вот единственный вариант, который, ну, совсем нельзя использовать, это pie vietas. Даже не буду комментировать, что он означает. Сама кабинета – это в своем кабинете. И, наверное, если мы говорим о директоре, ну, это самое логичное, он в своем кабинете. Pie sevis – это у себя. То есть, если бы, например, вы были, допустим, учителем, подходите к секретарше, ну, вы можете нормально спросить, а директор у себя? Вот по-латышски это будет «Vai direktors ir pie sevis». Но
скорее всего, здесь речь идет о каком-то очень формальном варианте, о формальной ситуации. Вы директор сир сава кабинета. Чисто с точки зрения лексики мы скажем именно так. В принципе, можно было бы и спросить вы директор сервета, а директор на месте, опять-таки, сильно разговорно. Вы директор сир сава кабинета. То есть, смотрите, чисто грамматически, возможно, три варианта, но здесь у нас уже проверяют, не знаю, лексику, уровень формальности и так далее. Ну что, будем делать так, как они хотят. Вы директор сир сава кабинета. Uz priekšu. Runa par vakardienas notikumu. Aha, interesanti. Eta tožo očerednāja rečivāja ašipka. Runa. По-русски мы бы сказали, речь идет, или как здесь, речь шла о вчерашнем событии. Речь идет. Так вот, по-латышски... Наверное, учитель латышского языка, если вы что-то такое скажете, например, руна иет, он вас так осечет и скажет, речь никуда не идет, она вообще не ходит. Вот, руна некурна иет. По-латышски правильно, речь есть, руна ир. Или, как в данном случае, руна бия. Руна бия парвакардиенес нотикому. То есть сразу убираем вариант руна иет, хотя, возможно, опять-таки, в разговорной лексике вы такое уже слышали. Гая тоже неправильно, потому что это всего лишь прошедшее время от иет. Буд тоже не пройдет. Единственный правильный вариант это руна бия. Успрекшу. Стаста каюрис яуну машину. Ну, скажу честно, это то, чего вы знать не можете. Если вы это знаете, то зачем вы смотрите мои уроки? Это очень необычное наклонение в латышском языке. Нечто подобное есть в немецком. Когда мы рассказываем о чем-то, о чем мы слышали. В русском что-то подобное есть. Например, если я вам скажу, ну, мне сказали, что Юра вроде купил новую машину. То есть, понятно, что там ощущается как будто такая неуверенность. Он мне сказали, что он вроде купил. Вот. По-латышски тут такой момент, что когда мы используем вот эту форму, которая вот как бы так вот вроде бы мне сказали, что он там типа купил. Но в латышском, чисто в грамматическом и правильном латышском, в нормальном латышском, эта форма просто означает то, что мы пересказываем чьи-то другие слова. Но проблема в том, что в современном разговорном языке, то действительно вот когда ты просто вот разговариваешь с нормальным человеком, он такое использовать не будет. Он скажет обычно, то есть... Мне сказали или говорят, что Юрис купил новую машину. То есть Юрис купил новую машину и говорят, что Юрис купил новую машину. Никакой разницы. Стаста, ка Юрис ир нопертис яуну машину. Вай Юрис ир нопертис яуну машину. Никакой разницы не будет. И слышим, что здесь появляется ир нопертис. Винч ир нопертис, он купил. Это событие, это законченное действие. Он не ходит каждый день, покупает эти машины, и в прошлом он не ходил и не покупал эти машины каждый день, он их купил. Понимаем? Ну, одну машину он купил. Бену машину. Юрис ир нопертис яуну машину. Здесь я вам просто скажу, правильный вариант будет эсот нопертис. И честно, даже для нормального латышского уха, если я скажу такое предложение, стастака юрис эсот нопертис яуну машину, немножко все-таки есть это ощущение, что я как будто там не уверена, то бишь, либо я не доверяю тем людям, которые мне это все сказали, либо, не знаю, я не доверяю тому, что Юрис может позволить себе машину. Поэтому, да, грамматически это супер правильно, и я очень-очень-очень надеюсь, что пока вы не дойдете до С1, такого вас спрашивать не будут. Но опять-таки, смотрите, что я очередной раз говорю, но в разговорном языке, именно так. Вот, с одной стороны, латышский язык выделяется тем, что нету большой разницы между письменным и разговорным языком. А с другой стороны, я в течение этого теста, по-моему, уже 5-й или 6-й раз говорю. Ну, а в разговорном по-другому. Видите? С другой стороны, этот тест, я смотрю, прямо специально сделан для того, чтобы поймать вас на всех этих ошибках. Поэтому для обучения... Может быть, не самый идеальный тест, но зато сразу показывает ваш уровень латышского. Если все вы это сделали правильно, ого-го.
Идем вперед. Яна шодин парк. О, молодец, Яна. В конце концов, она делает что-то нормальное. Она сегодня просто покупает. Парк. Виня парк. Виня парк. Помните, эта форма парк нам очень нужна для того, чтобы создать форму надо что-то делать. Я парк. И если в я парк, с я парк нам нужно было использовать номинатив, то здесь у нас все чисто. Здесь мы используем нормальный аккузатив. Значит, так, Яна сегодня покупает новую обувь. Пожалуйста, найдите правильный вариант. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я парези. Вариант Б. Виня парк. Яунус апавус. Нормалс акузативс. Виня парк. Яунус апавус. Та-да! Молодец, Яна. Дебатес руная. Коллеги, Калниньш, Лепиньш, Берзиньш, Лейньш. О, молодцы, коллеги. И опять они нас пытаются подловить. Ну, один из вариантов, на котором они пытаются нас подловить, шите. Это не используется никогда, даже если вы это слышите. Это вот как вот, вот эти. Ну, честно, так пренебрежительно немножко звучит. Хотя, честно, некоторые люди стараются использовать его, ну, то бишь, не знаю, потому что... Либо потому что они не сильно образованные, они используют это просто направо-налево в нормальной речи. Но по сути, шите — это так пренебрежительно и сильно разговорно. Секотай — это вообще последователи. Например, Иисус был секотай. У Иисуса были последователи. В данном случае у коллег наших секотай нау. И вот два варианта, которые кажутся правильным. Либо А, либо С. Секойоши — это следующие или шады. Очередная уловка. Правильно по-латышски будет сказать «шады». «Дебатес руная шады коллеги». И в переводе на русский язык мы так и скажем. В дебатах участвовали или говорили следующие коллеги. Но вариант «секойоши» вы уже чувствуете перенят из русского языка. Да, и так говорить нельзя. Нет, говорить-то так можно, и вы это услышите. Но писать нужно шады. Дебатес руная шады коллеги. Калниньш, Лепиньш, Берзиньш, Лейньш. Тас бия галц. Это был какой-то стол. Ага, ну давайте посмотрим, какие же у нас есть варианты стола. Стол был, очевидно, деревянный. Какие у нас есть варианты? Куокайнц, куоку, куока, куокс. Я надеюсь, что... тот факт, что до этого были суперсложные задания, не заставил вас думать, что надо что-то хитрое здесь. Деревянный стол — это просто куокагалц. И все. Куокс — дерево, из дерева куока — деревянный стол. Das bija куокагалц. Draudzenes nolēma satikties astoņiem vakarā. То есть подружки nolēma, решили nolemt. Тоже очень хороший глагол, который желательно знать. Nolemt, nolēma. Вы уже чувствуете, что глагол, первое спряжение, глагол красный. Satikties – это встретиться. Tikties – встречаться. Satikties – встретиться. Во сколько же девочки решили встретиться? Astoņiem vakarā. Astoņiem – дательный падеж, уже чувствуете. Ну, какие у нас варианты? Kaut kur ap. Kaut kad zem. Ап пи астоньем. Ну, вариант пи астоньем убираем сразу, правда? Потому что астоньем, астоньем. Ну, сколько раз можно это повторять? Они вас честно хотят подловить. На варианте А. Кауткур ап. Где-то около. Угу. Слышим. Звучит как просто прямой перевод с русского языка. В русском языке нормально. Подружки решили встретиться где-то около... Правильно? Мы можем так сказать. Где-то около восьми. По-латышски не надо где-то, просто около. Вот он, ап. Draudzenes nolēma satikties ап астоньем вакара. Ап астоньем вакара. Около восьми вечера. Ап сдатейвс. Ап астоньем вакара. Es viņu pazīstu, pārsteiguma nebūs. Ой, как интересно. Es viņu pazīstu, я его знаю. Pazīstu, ja znaju, es viņu pazīstu, ja его знаю. Pārsteiguma nebūs, nebūs, это не будет. Pārsteigums, это surprise, то есть не будет кого-чего, pārsteiguma, surprise.
Es viņu pazīstu, pārsteiguma nebūs. Iečirīt no rāsa, ņinas patēca padlai vīc. Как бы мы сказали это по-русски? Поскольку я его знаю, сюрприза не будет. Вот это вот поскольку, вот это вот сколько в разговорном языке живет и здравствует. И вот прямой вариант парцик. Очень многие люди так говорят. Парцик, если не позаисту. К сожалению, вы уже поняли, неправильный. Правильный вариант латышским, в латышском языке это така. Так как. Честно, я уже настолько привыкла говорить так как, ну, така по-латышски, что даже по-русски я иногда делаю примерно такие предложения. Ну, так как я знаю, то будет или не будет. Не сказать, что это сильно неправильно, но, возможно, по-русски было бы логичнее сказать, поскольку. Видите, да, просто звучит вот это «сколько», и оно как-то переведённое на латышский. Да, не очень. Поэтому правильный вариант «така es viņu pazīstu» – «пастайгума небус». «Таву адресе es uzzināju» – «твой адрес я узнал от кого». Здесь должно быть очень легко. Я просто подожду 30 секунд, пока вы найдете правильный ответ. «Но». «Таву адресе es uzzināju no Юра». Твой адрес я узнал от Юриса. Ну что, следующий? Нету следующего. А что ж тогда делать? Я смотрю, что мы... А мы не узнаем правильно... А, нет, вот есть кнопочка «Отправить». Ваш запрос обрабатывается. Спасибо за ваши ответы. Все, заявление получено. Я так понимаю, что мне на e-mail придет тогда результат. Ну, я вам расскажу, как мы с вами справились. Как вы видите, этот тест был прямо создан для всевозможных подловок, чтобы подловить нас там, там, там и там. Есть и другие тесты, поэтому, пожалуйста, под этим видео пишем ссылочки, чтобы мы смогли вместе с вами пройти и другие тесты. Что еще интересно, иногда, это, правда, не было пока замечено в тестах, а скорее в каких-то заданиях, которые есть тоже в интернете, эти тоже пишите, мы и задания вместе поделаем. Иногда в заданиях, к сожалению, есть какие-то вот такие механические ошибки. И те из вас, кто занимается с учителем, вы понимаете, можете просто спросить. Те из вас, кто пытается учить язык сами, и, кстати, вы молодцы, да, вам немножко сложнее. Поэтому давайте просто делайте, закидывайте ссылочки, и мы все это вместе с вами разберем. И я, соответственно, скажу, где ошибка, где ее нет. Правильно? А-та-та.